Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий», працює прес-центр. Сьогодні ми поговоримо про таке питання, як стосунки Москви і Мінська, і як вони впливають на Україну. І поговоримо ми про це з Юрієм Райхелем, політичним оглядачем. Доброго дня, пане Юрію. Здравствуйте. Розповідайте, що зараз відбувається між паном Лукашенком і паном Путіним, або між дипломатами цих країн? Ну вот недавно состоялся очень напряженный разговор двух президентов Беларуси и Украины и России, и он являлся следствием того, что в Минске подозревают Россию в желании совершить, если не государственный переворот, то во всяком случае сильно дестабилизировать ситуацию в стране, как накануне выборов, они просто состоятся 9 августа. Причем голосование начинается, у них тоже три дня будет происходить голосование. Оппозиция призывает прийти только 9 августа. А чему три дня? Я вас перебью, вибачте. Что это такое? Ну, это было сделано для того, чтобы облегчить процесс фальсификации. Угу. Потому что три дня следить за выборами, тем более по белорусскому закону количество наблюдателей очень ограничено, и там очень сложно стать наблюдателем, и три дня следить за выборами очень сложно и накладно. Поэтому они еще раньше России, в России тоже уже введен закон о трех днях, и там это тоже все подозревают элемент фальсификации, причем там даже и по почте можно. Это вот накануне и после голосования, потому что белорусская власть подозревает, что в случае больших фальсификаций, а они, видимо, неизбежны, народ может выйти на улицы. И выйдет он в довольно большом количестве. Я скажу, что был предпоследний предвыборный митинг основного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Он в Минске собрал 63 тысячи человек. Причем эта цифра абсолютно точная, потому что были установлены рамки, и количество людей, которые прошли на эту площадь, фиксировалось, в отличие от других. И я вам скажу, что она просто триумфально ездила по Беларуси, и в одном, там был такой поселочек Рудобелки, это примерно в 100 километрах от Минска, там население 7 тысяч человек. Так на встречу с ней вышло 800. Можете себе представить? Это фактически, ну, большая часть взрослого населения вот этого поселка, о котором вообще никто, даже в Беларуси, мало кто знал. Поэтому батька Лукашенко предвидит большие проблемы. И Москва явно стремится воспользоваться этими его проблемами. Может быть, она и не хочет, чтобы его свергли, чтобы он отошел от власти, но она хочет его сильно ослабить и в конце концов заставить принять так называемую глубокую интеграцию, фактически поглощение Беларуси и России. Лукашенко по возможности сопротивляется. Элементом этого сопротивления являлась вот этот вот арест вот этих вот вагнеровцев в Минске с не очень ясными целями, которые там появились, и разговоры о том, что там еще 200 человек из России косачков заслали, которые тоже все. Сценарий в определенной мере, по крайней мере, с белорусской стороны, повторяется то, что было в Киеве в 2013-2014 году. Сейчас подей на Майдане. Да. Причем эти люди из Москвы были засланы гораздо раньше. Они в 2013 году, начиная с октября месяца, были в Украине, и не только в Киеве. В основном в Киеве, но не только. Потому что предполагалась тогда довольно сильная дестабилизация обстановки в Украине. И, видимо, в какой-то мере этот сценарий, ну, генералы же всегда готовятся к прошедшей войне. Ничего нового в Москве не изобрели. И поэтому они, видимо, решили действовать примерно аналогичным образом. Но есть данные о том, что КГБ Белоруссии наводнен российской агентурой.
явный и неявный. Причем там есть в руководящем составе люди, которые открыто имеют российское гражданство. То есть и белорусское, и российское. Ну, как, власне кажучи, и в Украине там. Да, но в Украине мы не признаем второго гражданства, а в Беларуси это разрешено законом. Поэтому формально их уволить по этому поводу нельзя. Но есть сведения о том, что вот эта вот операция московская, она, о ней из Москвы же и сообщили соответствующим структурам в окружении Лукашенко. То есть вот это все завязалось в довольно тугой узел, и сейчас обе стороны, ну и Минск, и Москва, находятся в очень сложных отношениях с неясными перспективами, что будет 10 августа. После выборов. Да, когда появятся первые результаты выборов. А до этого будут даны экзит-полов, то уже очевидно, что рейтинг Лукашенко очень низкий. То есть если он лежит где-то в пределах 15-20%, не 3%, как оппозиция утверждает, у него есть ядерный электорат, но где-то 15-20%, то до 50 или до 48 сфальсифицировать очень сложно. Обычная фальсификация – это примерно 10, ну максимум 15%, то, что попробовал Янукович в Киеве при соответствующих выборах. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, із того всього, що ми зараз говоримо, напрошується висновок, що Лукашенко, ну, перестав бути цікавим Путіну, враховуючи там і оце святкування параду перемоги, да, в Москві, коли вони там не потисли один одному руки, і оці бойовики Вагнера, які зараз в Мінську, чи це щось якась політична гра? Ну, у них давно, будем говорить, напряжені личні отношения. Вони друг друга лично очень не люблять. Но вынуждены были терпеть по политическим, экономическим и даже военно-стратегическим причинам, потому что для Москвы, для России, Белоруссия занимает даже более важное стратегическое положение, чем Украина. Потому что самая короткая дорога из Берлина на Москву через Минск и Смоленск. И если вы возьмете карту лета 1941 года, то основной удар немцы наносили не Украине и не на севере в направлении тогдашнего Ленинграда, а именно в центре, через Минск, который был захвачен 28 июня. Через 6 дней после початку. То есть немцы прошли за это время почти 300 километров, захватили Минск. И с захватом Минска, причем Наполеон, кстати, точно так же наступал на Москву, и с захватом Минска ситуация для тогдашнего Советского Союза стала просто катастрофической. Поэтому отпустить просто так Белоруссию, Москва, ну, такая сегодняшняя путинская Москва, это она просто не может, это даже не головная боль, а кошмар российских генералов. Потому вот даже по вот такому военно-стратегическому значению. Второе, это очень сильное ментальное поражение Путина. Он потерял Украину. Это был очень серьезный удар, который был частично компенсирован аннексией Крыма и авантюрой на Донбассе. Но потерять Белоруссию – это просто такое геополитическое поражение, которое, ну, Путину будет очень дорого стоить, если вообще он после этого уцелеет. Может, его там инфаркт схопить? Ну, тот вопрос, это такой, который находится вне нашего поля зрения. Да, да. Поэтому отпустить просто так Белоруссию он не может. В этих условиях, как я уже говорил, его бы устроило или предпочтительно было бы сильное ослабление власти Лукашенко. Не приход оппозиционного кандидата, потому что он явно будет не пророссийски настроен, в крайнем случае нейтрально, а вот именно ослабленный Лукашенко.
Ну, а кое-кто в Минске это понимает не хуже нас. И все эти московские маневры, они, в общем-то, довольно понятны. И есть еще третий фактор, о котором сейчас ни в Москве, ни в Минске особенно не говорят, но как, что у Жириновского на языке. Угу, вот он позавчера выступил и прямо об этом заявил. Запад начал проявлять большой интерес к Белоруссии и Лукашенко. И батька Лукашенко оказался в тисках между крайне недружественной Москвой, и деваться ему просто некуда. То есть он должен найти где-то точку опоры. Поэтому ему очень сложно. Я бы ему не позавидовал, и то, что он уже третий раз переносит свое выступление перед народом, у них, ну, послание, оно должно было быть в апреле, он должен был быть третьего, вот сегодня четвертое, будет оно или нет. И дальше ему тянуть некуда, 5 дней он уже не показывается на людях, не ездит с предвыборными выступлениями, что на него очень не похоже. Может, ковид? Скорее всего, он прячется. Они просто боятся наличия снайперов, которых заслала Москва. А як тоді на от в цій всій історії, де Україна? Що нам очікувати від їхніх таких от теплих в лапках стосунків? Ну, і чим хуже у них отношення, тим нам лучше. Тому що я хочу напомнити, що наша границя з Росією – це 2200 кілометрів. 1200 километров – это граница с Молдовой, из которых большая часть этой границы – это Приднестровье с российской группировкой там. И 1080 километров – это наша граница с Беларусью. Поэтому спокойная граница с Беларусью для нас стратегически во всех смыслах, в первую очередь в военном, очень важна. Я хотел бы сказать, что в месте стыка белорусской, украинской и российской границы находятся 2 танковые дивизии в городе Клинцы. Значит, это примерно 30 километров до белорусской границы и 62 километра до украинской границы. Ну, вы же понимаете, что для танков пройти 60 километров – это просто примерно 1,5 часа хода. И в Западном военном округе России сосредоточено на белорусской и украинской границе примерно 57 тысяч человек. То есть, если Россия поглощает Белоруссию, то наша граница с ней в военном отношении увеличивается на 1000 километров. Что, причем это же 1000 километров находится в, ну, буквально прямо против Киева. Ну да, это же буквально. И, конечно же, мы не заинтересованы в том, чтобы это произошло. Если в Белоруссии победит оппозиционный кандидат, и там произойдет сдвиг в западном направлении, то это, конечно, очень положительно скажется на нашем положении. И, наконец, у нас есть очень тесные экономические связи с Белоруссией. И мы бы были бы очень заинтересованы, чтобы эти связи развивались и к взаимной выгоде. И это тоже элемент нашего отношения к тому, что в Белоруссии происходит. Мы, конечно, не можем оказать никакого влияния, и не нужно этого делать. Но мы очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия максимально дистанцировалась от России. И то, что наши органы соответствующие потребовали экстрадиции части тех боевиков, которые задержали, я не думаю, что Лукашенко их отдаст Украине. Это был бы просто нарыв, который очень сложно было бы потом загладить. Перед Путиным, да. Поэтому навряд ли это получится, но как элемент торга и давления, а Лукашенко большой мастер этого, да, это может быть элементом таких
отношений и давления с, уже со стороны Минска на Москву. То есть, что в Украине делать? Вычекувати, чи Украина якось потроху впливає на ці всі події? Ну, конечно, в первую очередь ожидать. Второе – это демонстрировать хорошие отношения. И наши совместные действия наших и белорусских пограничников, которые сейчас разворачиваются, это есть элемент защиты, в том числе и Белоруссии, и Украины, от тех зеленых человечков, которые могут через Белоруссию просочиться в Украину. Последствия этого мы прекрасно знаем и понимаем. Поэтому нам следует максимально усиливать наше сотрудничество с Белоруссией по всем линиям – дипломатической, военной, насколько это возможно. Хотя это возможно, кое-какое военно-техническое сотрудничество у нас в Беларуси есть, что вызывает крайнее раздражение в Москве и обвинения в предательстве. Непонятно только, кто кого предает. Военно-техническое сотрудничество, экономическое, но и определенная дипломатическая поддержка. Потому что если мы заявили о том, что, пожалуйста, наших граждан, которых вы задержали, верните нам, экстрадируйте, то это определенная поддержка Лукашенко в его споре с Москвой. Понятно, что формально он может их не выдать, потому что у них всех российские паспорта. Но, тем не менее, факт остается фактом. И Москва нервничает по этому поводу. И вот в Государственной Думе официальная Москва может ничего не говорить, но там есть говорящие головы в Государственной Думе, которые высказываются по тем вопросам, которые Кремль хочет, ну или дистанцироваться, сказать, что это вроде, ну это их мнение. Так вот, они говорили, что ни в коем случае Лукашенко не должен этого делать, потому что это же наши граждане. Поэтому тут очень сложный узел. Я же говорю, навряд ли Лукашенко пойдет на такое обострение, но как такую козырную шестерочку в рукаве он это держит. Тобто Лукашенко ще може пограти в такого собі варіанта, в такого матча, який ще Путіну так підвісив. Ну, он в таком, вот вы так, а я с вами вот так. И вот такое вот, такие качели российско-белорусские, они вот происходят. Собственно говоря, уже недалеко осталось. Сегодня у нас буквально уже до выборов осталось несколько дней. Даже уже вопрос не столько в выборах. Мы, кстати, посмотрим 6 числа, сколько людей придет на финальный митинг оппозиционной кандидатки. Думаю, что очень много. А вот то, что произойдет после выборов, с 10, начиная с 10 числа, в первую неделю после выборов. Буде найцікавіше. Якось так серпень з 90-х років пішов такий гарячий і путч, і зараз вибори в Білорусі, якось воно все до одного. Ну, как говорят в Москве, гаряча осінь в Росії почалась в августі. Ну от. Так що сподіваюся, що от такі стосунки Москви і Білорусі все ж таки будуть на руку Україні, вистачить нашому керівництву терпіння всього дочекатися кінця цих стосунків чи вирішення цих стосунків, побачимо. Нам робити своє діло. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Дякую, що розклали по поличках цю складну або насправді легку схему між Мінськом та Москвою. Не перемикайте, телеканал відкритий, ми скоро з вами побачимось. І будьте розумними, вчіться аналізувати і терпіти. Вірніше, не терпіти, а спостерігати. І тоді ваш ворог пропливе по річці, на березі якої ви сидите. І все буде добре. Зустрінемось.